12 числа сойка на кормушке. Сорока. Трусиха прилетела. Вот такая сойка-торопыга. Глотает быстро-быстро. Насыпала чуть-чуть арахиса, которую она больше всего любит. Сегодня уже пятый день, как я повесила кормушку. С этими птицами я познакомилась на своей кормушке. Птицы не живут в этом лесу, но не знают места. Место наступления муси не ждут, когда я повешу кормушку. А летают с разных мест. Сорока ждет, когда я отойду. Следующее лакомство — это кусочки хлеба, которые выбирает сойка. Сойка держит кусочек хлеба, который мы нарезали дома, и я привезла в лес. Ну вот и сорока.